сегодня отличная футбольная атмосфера. Бернли с первых минут представлен на поле в следующем составе. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Смотрим состав Арсенала. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Возвращают. Арсенал идет в атаку. Отличный перехват, очень вовремя. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Здесь сегодня отличная футбольная атмосфера. Бернли с первых минут представлен на поле в следующем составе. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Смотрим состав Арсенала. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Возвращают. Арсенал идет в атаку. Отличный перехват, очень вовремя. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Здесь сегодня отличная футбольная атмосфера. Бернли с первых минут представлен на поле в следующем составе. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Смотрим состав Арсенала. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Возвращают. Арсенал идет в атаку. Отличный перехват, очень вовремя. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Здесь сегодня отличная футбольная атмосфера. Бернли с первых минут представлен на поле в следующем составе. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Смотрим состав Арсенала. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Возвращают. Арсенал идет в атаку. Отличный перехват, очень вовремя. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Здесь сегодня отличная футбольная атмосфера. Бернли с первых минут представлен на поле в следующем составе. С такой расстановкой что нам сулит игра, Константин? Как всегда, позиционный футбол, возможно, высокий прессинг. Смотрим состав Арсенала. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Возвращают.
Арсенал идет в атаку. Отличный перехват, очень вовремя. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться.